Это произошло, да, в результате порывистого ветра. Упало порядка 10 рекламных конструкций. И вот одна вот из самых, вот как на мой взгляд, страшных, вот, произошло вот здесь, вот в районе Мамаева кургана. Значит, упала арочная конструкция на проезжую часть. Некоторое время задерживали движение здесь. Незначительное, правда, хорошо, быстро среагировали. Значит, пострадал один автомобиль, технические повреждения получил. Слава богу, не пострадали люди. Хорошо, что это был воскресный день. Транспорта мало, поэтому как бы повезло. Если бы это произошло, не дай бог, сегодня, в рабочий день, я не знаю, как бы мы могли там считать ущерб, жертву. Я даже не представляю, все что угодно могло быть. Самое интересное то, что все эти конструкции уже, вот, которые стоят, вот вы их видите, они стоят нарушение ГОСТа 2003 года. И, в принципе, они все уже находятся в судах, все они обследованы. Вопрос, опять же, я сказал, упирается в то, что кто их будет демонтировать и как это будет выглядеть. Потому что ни владельцы, ни администрация не проявляют никакой инициативы по этому вопросу. Я не знаю, может быть, сейчас их в данный момент подстегнет то, что вот произошло вот это вот. И, может быть, они начнут шевелиться и какие-то действия начнут предпринимать, потому что это очень опасно для дорожного движения, для участников, для жизни, здоровья граждан. Я так считаю, за прибыль вынуждают рекламодателя приблизиться к дороге, чтобы водителю было лучше видно их реклама, как говорится, чтобы она не стояла где-то там вдалеке и не осталась без внимания.